Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем батлы на любимых исполнителей. Вячеслав, спасибо огромное. Ребятки, слушаем батл, ребят. Давно не слушали, ребят. Отдохнем. Поехали. Йоу, всем халло, друзья, это Кубок МЦ. Я его ведущий МЦ, спасибо. Москва, как слышно? Я не понимаю, почему мне так нравится, вот ведущий этот, вот не знаю почему. Я прям от него в восторге почему-то. Да? Угу. Вот нравится фанат, мне. Фанат, да, его? Да. Вот прям реально ты мне его нравится. Фэн. Да? Я слушала его батлы, как он читает. Ну, мне все нравится в нем. И как ведущий классный. Перед началом батла хочу сказать большое спасибо нашим друзьям Royal Raven. Если вы любите классные коктейли, смешайте свой вкус. Вот ты как думаешь, вот он работает где-нибудь или нет? Кто? Вот ведущий. Конечно, он целыми днями работает, чтобы эту площадку содержать. Вот спонсоров эту, да? Ищет, с людьми связывается. Именно вот в этой сфере. Я думаю, да. Я именно думаю, вот в этой сфере он работает. В этой работает. Сфере, наверное, как артист работает, как рэпер. А как же? Вкус вместе с джином Royal Raven. Дайте шум для наших друзей. Лучшее отечественное музыкальное оборудование DS Pro Audio. Все ссылочки будут в описании. А за пультом у нас сегодня диджей Головина. Поприветствуйте ее! А где тот диджей у нас, который был раньше? Бердас? Ну что, первый батл в формате Selection. Ветераны против новичков. И я хочу, чтобы команда справа от меня представилась. Тихо. Не считай собаки, Нижний Новгород, Набинабат, Тимми, Напоминает Набинабат, это Тимми. Набинабат, а? Пацаны из Селекшена, представьтесь. Начнем с себя. Это новички, смотри. Меня зовут Миша Боджи, я из города Лиды, в Беларуси. Всем респект, всем привет. Надеюсь, о, поддержите, красивый. Я первый раз здесь. Голос, о, голос, да, крутой. Йоу-йоу, я про лайф прямиком из сердца самой холодной столицы. Мне нравится, что новеньких подключают. Конечно, потому что, старенькие, они уже, знаешь, они хотят только за большой гонорар. Они не хотят за идею. Здесь. Уа! Что будет здесь? Е-е-е, это шикучий город Сугун. Молодец, красивый город. Шикучи? Угу. Е-е-е, это Ями, но вы запомните. Молодец. Ями запомним, да, нормально. Четверо? Ну что, друзья, к батлу. По результатам жеребьевки этот батл начинают новички. Встречаем их! Что так? Слушай, там... здесь 4 человека, по-моему, новичков, да? Угу. А у нищетые собаки сколько? 2. Как так будет у них? Ну, посмотрим, как они так придумали. Угу. Тихо. Кто вы такие, а? А? Кто вы такие, а? С правильного вопроса начал. Сразу информацию. Уточняет информацию, фиксирует. Даже не кайфуете, но хотите овации. Ведь вы не придумали, чем еще заниматься. Говорите много, но это лишь имитация. Гены детонируют после приема рации. Как сам, как часто вспоминаешь прошлое. Какой сейчас год? Борода на бит, ромэн, бэйс, это можно. Когда забыли, как идти вперед. Дай мне бассайн, достань до моего вайба. Но в этом зале не поместится. Иди, молодец. Хотели помарать колоду. Получим пизды, отрави себя в дабэк ту пиз. И твой финал. Достойно, новичок. Достойно, умница, респект. Лично робота не парит, зато могу людей за собой повести. Куда? До Казахстана, блядь. Нами, рассказатели. Читаешь, как миксер с курятиной. Чудо вроде горится приятеля. Хуча понятно, зато обаятельно. Нищета в прошлом, Джанни на карте. Потеряли вес, набрали кило. Я не догоню по росту, но в батле. То, что вы лохи скажете. Такой уверенный в себе артист. Да, молодец, мальчик, молодец. Прям вышел вперед, да? Да. Прям на них наседает, наступает, вытесняет их из круга, да. Уже нищету вытеснил, собаку сейчас начинает вытеснять. Кто вы такие, сука? Классный вопрос, кто вы такие? Кто вы такие, сука? Еще раз, кто вы такие, сука? Вы тут не такая тупа, была забавно, но стала залупа. Молодец!
говорит-то? Ну, Наби, конечно, он нормально. Молодец, Наби, молодец. Набат. Да, да, да. Да, он, конечно, знаешь, на этот вопрос, кто вы такие, он сразу дал ответ, да, кто они такие. Да. Он дал треком ответ. Угу. Мы все поняли, если котюку поросенка, я взял баклан, для тебя накладно. Думал, у тебя заглать перед экраном, это странно. Что с тобой, сестра, ты устала пать, иди и разберись, как надо правильно базарить. Я послушал тебя, а только пару минут. Твоя сука из меня, а тебя тоже ебут. Ты заставляешь меня думать, то, что я гомосек. Твои женские текста я возбуждаюсь, как нет. Покажи свои яйца, но похоже их нет. Ты видел, да? Он его задавил ростом. Не бать собой ночью. Это почти мостик сделал. Но он не прогнулся. Неустанно повторить это парень судьбой обиженный. Парень убил стишнего, но я тебя освеживать. Ты будешь полвижу про иначе. Я не вижу про это. Это что, прикол, сука, лох с микро? Твое погоняло, твою шабол на полсила погоняло. Яне наоборот будет имя. Эй, ну как не крути, ты остался на углы. Мне кажется, вот это, знаешь, вот эта вот подпевка, когда там они одно слово вставляют, как-то это... Как-то не очень мне нравится. Но нам говорили, что это для того, чтобы там человек там выдохнул, вдохнул, чтобы он мог настроиться на следующее. Это, ну, слушай, как-то, мне кажется, как-то, когда они вот это одно слово вставляют, типа, ты там чмо, там, ты там, мне кажется, как-то звучит странно. Ну, объясняли же, почему это, слушай. Может, убрать эту часть? Как-то немножко, знаешь, невыгодно звучит. У них по отдельности голоса хорошо звучат. Да. Классный исполнитель, да, не считай собак, молодцы, да. Ребят, кто из них нищета, кто из них собак, я не знаю, ребят. Скажите, который из них собака, а который нищета? Скажите. Слушай, вот исполнитель, вы, да, в очках? Угу. Тут собрались, блядь, а? Поняли? Ну, потише, блядь. Ты глянь, что он делает, глянь, что он делает. Троллит их, да? Ну-ка. Интересный образ. Балаклава. Пугающий немного. Салют, Москва. Летели с Иркутска. Знаешь, на что похоже? Вот мультики показывают, да. Что это? Поняла, нет? Нет. Сперметозоид. Мультики показывают. Они же беленькие такие. Какие мультики ты смотришь? Ну вообще, вот показываешь, да. Он какой-то. Блин. Не рад было это говорить, да? Надеюсь, он... Ну нет, это просто прикол. Он вышел белым во всем, да. Просто вот показывают рекламы там вот, да. Как ребенок рождается. Я вот просто говорю, да, и он вышел, как-то у меня такой ассоциация со сперматозоидом. Вот эти вот обещали холод, а тут -2. Не считай собаки, а ебать обосрался. Подожди, он не обидится. Может, это убрать? Нет, просто он в белый одет. Он сам виноват, он себя не показывает. Белая футболка, белая шапочка, балаклава. Я лицо его не вижу. Ну, ничего. Ему надо было хотя бы надеть действительно темную одежду тогда. Да, что-то такое, или в шарф какой-то темненький. Вот он вышел, я сразу раз, так и как-то вот, не знаю я. Ничего нет, страшного. Он действительно, его косяк, надо было, у него образ интересный, когда артист надевает балаклаву, это всегда интересно смотрится, да. Всегда какая-то загадка определенная, дополнительная, но надо было тогда одежду надеть, ну, другого цвета. Давай. Ничего страшного? Эй! Ничего. Ноунейм, салют! За мной, суки, тягаться собрались, блядь, а? Все поняли. Выебан, газуй, газуй, братан, газуй. Давай, давай. Смотри, как он, ну раз так можно. Ей, салют, Москва. Летели с Сургута, сегодня обещали холод, но тут -2. Не считай собаки, я ебать обосрался. Слышь, братишка, я тренер, так ты основное положение, пошире рот. Я, первое занятие бесплатное, но дети такие клопов. Пошел. Сегодня без усов, старичок. Класс, класс. Молодец. 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 Речь не оказаться, новый был флоу. Уебать, типа, но где сол? Местные панчи, а в чем соль? Молодец, молодец, да? Нравится. Молодец. Сторонку! Молодец. Ну, молодец. Супер круто, читает, супер круто, быстро, нереально, быстро, нереально. Да, все проговаривает. И не задыхается. Нет, у него, во-первых, голос классный, нереально крутой голос, и техника, шикарный артист. И дыхалочка хорошо он делает, он, да. Техника у него нормальная, крутой, да? Крутой, крутой. Молодец. Удивляет. А? Удивляет. Молодцы, мальчишки. Сегодня я твой отец. Ты глотаешь весь укулин перст. Тебе передал рифмопес. Молодец. Я не прикасаюсь, сука, там запомни. Я поднимаю свой город, потому что это закон. Я, ты не понимаешь, это выглядит просто. Тебе нету ничего, ты будто рэпер-зон. Стар, самый ебанутый долбоёб из них всех. На кельце нападал без...
Владивостока все классные, да, вот да, все молодцы. Классные. Нельзя про кого-то сказать, да. Что он отстает, но да. Не про одного из них. Ритм одинаковый, да? Да. Кто был один главный? Думаешь, блин, круто, нереально, и другой подключается. Да, ты уже молодцы. Не знаешь, кого хвалить. Молодцы, класс. Это наши, как сказать... Нет, новички вообще тоже. Новички супер. Молодцы, да. Но не могут и подумать, что такое батл, когда это лайв. Что такое сцена, что такое вайб, и что и кто-то слышит, только кто чего-то. Пацаны, вам еще рано, надо пара тренировок сейчас. Кто мне еще рассказать, не батчику, батлов нет, это пустая страница. От кого ты скрываешься, эй, за тобой не пойдет даже тень. Yeah. Это странный момент. Славный. Ты хуйня, пани. Сейчас тебя тут ебут. Следующий будет ебут. Я не плачу кучи, скрипка тронет душу, как же это круто. Все пиздец, трагично, и тобой люто. Рэпик ща кайфует, он такой лютый, там все любят, когда ты рэпер. Надо брать батл, этот стоп кадр. Это съем порно и объем, баба, твоя стоп-слово, это стоп, снято нахуй. Стоп. Ребятки, я вот остановила, да, слушай, мне неудобно так сказала. Он не обидится на меня, я же ничто не имела в виду. Я его лицо не вижу, пусть он не обижается на меня. Вот этот артист, про который ты это сказала, у него нереально крутой голос. Мне очень понравилось, мне как он читает. Мне тоже понравилось, ну вдруг он на меня обидится. Нереально крутой. Дай ему скажу. Давай, говори. Артист, который в белой одежде. Белой балаклаве, белой футболочке. Да. Прости, пожалуйста, я сказала это, знаешь... Это вот просто моя первая мысль, вот, потому что я видела мультфильм до этого. Ну, вот видела. Как, вот. Как ты такие мультики смотришь? Ну, не мультфильм, это вот именно про рождение ребенка. Ну, так вот что-то в интернете увидела. И там вот было белый цвет, вот бегут вот так. Да, и как-то ты вышел сразу. Ты сейчас усугубляешь ситуацию. Нет, ты вышел. Ты делаешь нет, еще хуже. Нет, ты вышел в белом, остановись. Да? Нет, в белом вышел. Остановись. И как-то мне раз так сразу. Ну, ты не обижайся, я не просто так сказала. Ты классный исполнитель, мне очень понравилось. Нереально крутой, читает, да, да. Просто ты сам виноват. Голос что-то... удивил реально. Да, что ты все белое одел? Кто я? Ты сам виноват? Очень классный артист. Слушай, может это убрать надо? Я что-то нервничаю, вдруг обидится. Да он не обидится. Этот артист не обидится. Да. Ему классный равно, голос. Скорее всего, он никогда классный не увидит речитатив. Это. Читаешь классно. Ты удивил реально, ты удивил. Да. Новички удивляют. Нет, знаешь, вот среди всех этих голосов самый такой нереально крутой и яркий, на мой взгляд, пока вот еще не всех послушали, но вот у него. Он как-то да. Прям, знаешь, реально удивил. Да, да, удивил, молодец. Приятно удивил. Без обид, ничего не подумай, я думаю, вдруг его дразнить будут. Слушай, он, наверное, не школьник, он третьеклассник. Да. Конечно. Ладно. Точно не обидится. Ты думаешь, ты такой законодатель мод, да, что ты что-то не, сказала, и кто-то кому-то знаю. Что-то дразнит? Я не хочу, чтобы он обиделся. Он не обидится. Во всем белом, я сразу как-то испугалась, блин. Как ты испугалась? Не знаю, как тут сразу вот белый выходит, вот белое все. Прости, пожалуйста, не обижайся, я тебе... Ты мне как исполнитель уже начинаешь симпатизировать. Да, уже, знаешь, да. Знаешь, он уверенно уже фаворитики да, прошел. Да, прям реально. Да, прошел да, фаворитики. Да, да, давай. Да, салют. Смотри, вот издалека даже, да? Это лучший раунд. Белый все стоит. Но скорее у него, наверное, была задача, скорее, как, наверное, как призрак или как привидение а, ну, может выглядеть. Быть, да. Ну, может быть, да. Но тактика, он среди да? Всей толпы ярко очень тактика, выглядит. Тактика, ты не великан, накидает тебе на битах, будто обвинять трубака, ты дилетант, ты куплет или битат, типа нахуя, ты куришь, если не вывозишь став, но можешь стаж, да, понять, тупой ты наш, что тут прав, тебе некуда лететь, но далеко до меня, в этом не моя вина, чтобы делать трэп, ты же хуже, что нахуй, не пизда, а, вот это беда, видать больное, на биту лишь обитало, тебе дал, ну, фу, когда сели для меня, это не новость, у тебя есть мономер, у меня есть паранойя, сука, чек, бой, я говорю, не подарю, ты бэд, бой, наебал на битале, стой, погоди, я тебя, походу, понял, тебе похуй, это ведь говно, нет, то ли нет, ты говоришь, ты не гимаст, но прибит так себе, так. Вот серьезно, знаешь, мне вообще круто, нереально. Вот это нам с тобой нравится, да? Нет. Вот сколько талантливых ребят. Батл, чика батла, да? Почему их вот действительно, спасибо большое МЦ, спасибо, что он их находит, да, и что у нас есть возможность их узнать. Да, молодцы, ребятки, молодцы. Я рада, что новеньких подключают, это классно. Да, каждый голос яркий, да? Нереально крутой парень, да. Молодцы, ребят. Как бага. Ажники, тактика, да беду, видать, тренаж, ты вяжешь, батики, дай себе так, пидор, ааа, типа загибами, как брат, не на кот, не до реплики, ноль, это репники, но ты не весь таки, но как ты весь равно мимо, твой стиль мимо, но проснись, сука, пойми, тебе не дано, накупите ни минуты, ни дефол, хотела месяц и годы, чтобы понять, что ты лох, ебать, ты называешь на грамм дом, но твои таки говорят, что 18... Какой интересный артист, он так спокойно, знаешь, смотрит, от него идет энергия спокойствия, уверенности в себе,
И он так классно читает, знаешь, да. И он и текст у него крутой, да. И при этом он так спокойно выглядит, он не суетится, мне нравится да, это. Интересно, да. Интересно. Интересно. Знаешь, нисколько не хуже суперопытных там да, рэперов, которые да, там 10 да. лет, по 20 лет уже сидят. Ага, нисколько текст. Не плохой, хуже, да. Прям не хуже. Молодцы. Мы знакомы, мне говорят, твои треки, что ты еще один уёбок, для которого рэп это мода. Ты блядь, если подниматься, а тупо мои треки не купишь, как ты черную жопу. Как так, брат, хип-хоп, ты поделяешь моды? Наверное, маловато, ты мало на базу, то пай-пай. Возьми тело, как это было, тоже пай-пай. Зелень заран, любого шоу, сука, запомни. Знай, что ты хочешь, знай, что ты можешь, а не отвой тоже. Вам надо запомнить, раз у нас всегда вот эту фразу. Голос! Вести тут точно зло. Крутой! Вам надо запомнить, раз у нас всегда вот эту фразу, блядь. Вести тут точно зло. Вести кто его затащит. Это дерьмище, бро, по-моему, тебе хуёво. Ты выбрал этот бит, тем самым проебался сходу. Чё это платили? Сейчас только сильных строчек, которые пахнут дворовым пафосом, но этого никто не... Вот сейчас было 3 новичка, там еще один остался, который новички на высоте. Да, молодцы. Ну, собака не считай, естественно, тоже. Да, они молодцы. Без комментариев, это крутые ребята. Кочет, бро, ты просто проебался. Якутяночка моя, сестренка, что за бит? Так легче ловится оленя или это ваш гимн? У меня в руках айс, что ты смотришь? Бро, у тебя в руках айс, значит ты строишь. Сегодня как будто выборы этих пидоров на кубок. Но они проебут дебаты, про них все сразу забудут. Уверен, на это тебя вдохновил Мефедрон. От него оторвался тромб, а не Нижград. Ребят, мы против... Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с ним связано. Ребятки, это нехорошо. Человек, если это попробует, он остановится тяжело, ребятки. Это чем грозит? Грозит смертью, ребятки. Скипёс, а кто? Полярный волк, с этим у нас не шутит. Я Володя Путин, я как ОМОН, крути покой. Сука, не распространяй, найди покой. Уйди в Тибет, якут, дело не в тебе. Я тут, этот шаман все же пришел пешком за Путиным в Москву. С теми, с этими ты сразу с двух сторон. То за гангстеров и раста, то за мусоров. Определись и выбери, пойми, нахуй ты тут вообще. Ведь важно не пиздеть впустую, а вникнуть в суть. В этой гонке ты как твоя сестра на обочине трассы. А я закончил школу, но все равно в первом... По классике идет, значит, Тимми, сестра стоит на обочине, ты там с ней вместе туда-сюда. Зачем про сестру? Да не, это классика, понимаешь, это обязательно. Бася, первая тактика, какая мы парень, он когда-то показал бы тебе назад на этих битах, но ты достоин, папа, не достоин быть, не достоин нищеты, не достоин. Нет, тут они говорят, да не достоин, не достоин. Тут такие конкуренты у них, да? Да, реально конкуренты, ну скажи конкуренты. На пятки наступают, да, нереальные конкуренты. Ты жизнь, Олег Монгол, салют! Сейчас четвертый парень будет. Давай, ну-ка. Бро, ну-ка, о! Эй, эй. Спасибо. Боже, ставит вас на кой-то, знаешь, что не сыт. Взял пару граммов, потому что я без сыт. Не был и фанбоем, но я в 1000 распилен. Огрозил собакам кости, мне выпало две шестерки. Шубы дали мне клопки, преодолел всех хлопоты. Лишь бездарный химик, тот реакцию без опыта. У вас белые стихи мои напоминают черного. Не потел на биту, я без того повернутый, ай. И шуку плеты играют, сколько раз твой живот растет, как будто зэки на лак. Ребят, ну нереальные. Смена растет. Реально, ребятки, голоса шикарные. Голос крутой тоже. Ну, вообще, я вообще... Четверка очень сильная, да? Сильная. Очень сильная четверка. Ещё-то раз даю контракты, стол на день, подарки, мой магазинник на голову, но не заедай. Раунды Тимми на РНБ перематывал. Сколько не ускоряется, ты жить где-то в 17-м. Что еще это нищета? Скорее словарная. Мы реверим, что ты папа пусть тебе изменял всегда. Russian art — это кринжуха. Блять, на бат, ты просто нубчик всегда. Лайф читаешь, будто внука. Для тебя каждый майк — это загубный. А твои строки по скрипту тебе черные высокие забой. Вы мой скилл, с него девчат этих напротив, как будто бы мод скин. Ты дружно стилькован, но тебя не броски. Тут на этих банах я таких марадон. Он только всего джипа штаны медведь марадона. Учился во все тяжкие, мой рэп это не закон. Не можете защищаться, лучше звоните солу. Публика зрит, как я первым микрофоном. Задеваю ее струны, но это не перебор. Не дадите больше ваши лики не цветы. Эти псы у моих ног, сейчас они меня не выебут. Ну чё, дурачок, ты крепочек до полной. Я готов сейчас поставить, что ты дрочишь рекорд. Я пизда отупел, мой текст мат на мат. Твоя мать РМБ, она 2 на 2. Я вас хаваю нахуй, хоть ты и парень у маха. Но выходили в круг, но выходили на плаху. Биг босс, боже, господин панчлайна. Жаль, только не в силах пройти дальше второго раунда. Это тройка, фонг, или не фонг. Тебя выебали легко, там агрикордный кор. Лови приход, перед тобой же пара. Бери, чтобы делать тебе нужен перевод. Или ревели все легко, ты бесишься. Так пока ты не здесь, еще не считай. Это классика, ты не считаешься рэпером. Давно такого не слушай, было, да? Я ну, вообще круто, да? Слушай, слада вообще реально, обалдеть, отлично, обалдеть. Да, мне все понравилось, прям нравится. Молодцы, ребята, текст хороший, да.
И нахального трэша не было. Все, даже новички нереально профессионалы. Да, класс. Камера моя под сильный камень, мои маленькие кабельные на тебе не приварилась. Ты скучно, пиздец, но интереснее, как остальных. Вы сидели по экрану, когда мы прививали стиль, чтобы наши с вами шансы уравнять. Надо, чтобы еще ушел на винопад. Наши раунды жара, это будто Камбоджа. Твоя мама ловит пули, и это Камбоджа. Извини, другалек, я знаю, ты сирота. Не было отца, но после пада будет их сразу два. Твоя ножа тяжела, врагу не пожила. У него бабло где-то два, но оба проебал. Ты хуета слагала, братуха, лучше не считай. Ютуба кайфовать, смотри. Кто-то будет слушать твои ебаные подруги. Почему? Ведь тебе не потенциала. А когда ты не кровью, ты выходишь из дома. А когда наш раунд, сразу все затанцевали. Заулыбались. Затанцевали. А когда не наш раунд? Ребят, вы слышите, да? Нереальная. Я там прочитала в комментариях, вначале написали, что типа отстой. Как можно назвать, что это отстой? Не я знаю, нет, вообще... я просто читала комментарии вот здесь, просто зашла быстренько так посмотреть. Может, раньше было лучше. Ну как это раньше было лучше? Раньше было мата очень много. Сейчас раньше был другой формат. Да, сейчас другой формат. О, вот смотри, собака не считай ни о чем, новички пушка. Новички пушка, покажи реально. Человеку, которому понравилось это видео. Ну, нам понравилось. Нам понравилось, да. Как это может кому-то не понравиться? Написать, новички не выговаривают ни слова. Ну, может быть... Как это не выговаривают? Ну-ка, давай послушаем, может, мы это внимание обратили? Давай послушаем. Нет, они все выговаривают. Мне кажется, шляпа полная. Не знаю, мне нравится. Который батл замечает так. Не знаю, мне нравится. Не знаю. Один из самых интересных и таких классных батлов. Слушай, ну давай посмотрим. Внимание обратим. Выговаривать. Не знаю, очень. Мне кажется, все, да, супер круто. Мне нравится. Слушаем. Йо, Москва, еще раз, как вам первый раунд? Давайте не останавливаемся сразу ко второму раунду. Ну-ка давай, слушай внимательно. Йо, йо, йо. Бит классный, да? Е-е-е, дайте шум, Москва! Е-е-е, шума! Передо мной пару голов, мой гриндер флоу крушит, ты прямо в гроб, нейтрон, микро, уёбок, и тот, раз ты полиглот, ты тупо шапка, какой ты пёс, я кинул палку, вам нужен набор, батл рэп и так много волос, намотать на кулак и ебать их в лот, спасибо, Отто, за кадр, бедоскара, вся ваша манда теперь за полоска, надержу пари, того не стоило, пёс, залез, ебать история, где же ваша дикция, давай по таратуре, хоть хочешь научу тебя читать или на фору, я читаю рэп, рекламируя, который моя музыка, души несокрушимая опора, бери не догонишь, как бы ты не марафонил, копали под меня, но выкопали себя боли. Превратиться в крематорий. Походу хотим синий шар, тот за рулем. Я увезу их далеко на незнакомый район. Сюда знаю, что это далеко не мы. Иногда мы стыкуем прямо на берегу не вы. Чтобы батла вам не выйти сухими. Самурая в каракири. Все по факту. Ну я не знаю. Класс. Все выговариваем. Все супер. Все супер. Идеально. Речитатив. Идеально. Шикарно. Молодцы. Мой базар по сине. Дави на батла, битва за тими. Ловли на карте батла, как тем и я. Внутри тебя нашла свой яд. Принимай, ты был тот, чтобы проебать и не я. Передалека на день, я это финиш, бить, будто финиш. Делать некую, я могу так вечно, как диктатор, ебу контент. Пришел на падом, устроил концерт, блядь. Ты пошел, пошел, давай. Зажги там. Пошел, пошел! Совсем не опасные, громкие слои, но без зубов. Дай ваш третий читает, ну так себе. Я зову его соусову, Тимми, день тихо заходит, все лайны, чем громче, ярче, гай, басок. Я на этих батах сегодня собаку съем. Хотя я и новичок, качай пяток, но в остальном стыль. Выруби бейтл, и навыки кончатся, эти любители колбасы. Не смогут твой даже защитить докторскую, Скилл, у них на двоих он один. Чтобы прикончить, ты не ищу мотив. Это яма для того, чтобы тебя в нее зарыть. Не так и сын, ты на куплетом. Поражаться, но падать тебе два полтрека. Мы в кармане лезем, но в настоящем ищу третья. Пять копеек, как бы вы не бегали на ритме. Все равно держу вас и проматываясь на прицеле. Пусть желают смело, мы вас пристелим. Что за нахрен, метровый ящер. Я пущу тебе патроны, пашу тебе. Сворот его просто оставит. Голубый ящик помнит падок. Он тобой тиражит, по тобой всегда ведь помнит каждый. Ошибся немножко, да? Не, ну, все круто, это ничего класс. Страшного. Класс. И проговариваю все, мне нравится, молодцы. Темп какой, да? Молодцы, ребята, четверочка пока хорошо идет. Ну, пока двоих услышали, да? Во втором батле. Раунде ты имеешь да, в виду? Да, во втором батле, раунде, да. Молодец, мне нравится. Класс, молодец, класс. Да. Ну, скажу честно, не считая собаки, немножко они вот... Нет, нет, я с тобой вообще не согласна. Нет, у них я голос, не согласна с тобой. У них голос нисколько. Тоже как нет, уверенный. Я с тобой не согласна. У них уверенные голоса, уверенные, но свежие голоса не уступают ни на йоту. Давай.
Тащик у напатый доволен. Почему он здесь не топ отсыплет? Будто за моей спиной просто, что полюхать мою жопу. Говорят, они серьезные. На собака не ёбнут, так он требует эти фактозы. Если я тут делаю погоду. Молодцы, мальчишки! Так, ну вот скажу про этого исполнителя. Молодец. Подожди, ты ему дай ответить. Нет. Ты про того? Да, про вот второго, да. Сейчас вот будет беленькая, беленький парень. Потные ладошки, Рекорд. Ты ебать второго пути, но ты не круто. Мог дать пизды, не выходя из круга. Легкая миссия, выполнил круто. Победил нищету, приехав из Сургута. Надел сегодня маску, но мне буху на кожу. Я видел сухие балки, теперь я падает похоже. Поймите, парочка, вам меня не задушит. Твои балки на лице, вот я пройду, что же. Тебя не слышно, 4 новичка, 4G, вот эта вышка. Столько ждали бит, ебать, братишка. Написал ты документы, такого бог, переспичка. По-любому собаки вижу, сведу за поводок. Я не знаю, что там ближе, скажи спасибо, что уже сегодня это тише. Пока ты готовил бит, я готов тебе к бухте. Молодец, молодца. Уже даже жалко этих вот ребят, так нам я здесь. Ух, молодец. Секси значит быть в фильме. Моча, в фильме или это моча? Моча, токсина. Класс. Это токсина. Молодец. Как читает, ты слышишь? Да, класс! Мне нравится. Только я рифмобес, а! Сильный фото, ба-ла-ла-ла! Правильно, сильно, это ла-ла-ла! Слышь, жирный не поможет, ты ему возвращает маску, я буду Молодец, слушай, вот этот парень молодец, да? Да, крутой, молодец. Крутой рэпер. Да, жалко, молодец. Лицо не показывает. Ну, я скажу ему. А почему ему? Лицо не показывает? Я ему сейчас скажу. А подожди. Почему лицо не показывает? Мне кажется, зачем? Важно сейчас свое лицо, да, показывать, надо чтобы, лицо мы, чтобы мы тебя запомнили. Да, чтобы мы видели, кто ты и когда, ты, понимаешь? Хотя Рейбекс и Нокт тоже не показывают. Но все равно должен показать лицо. И не надо одевать так все белое. Чего мне где-нибудь поставь? Я, ну, тебе, слушай, как товарищ, он сам говорю. Разберется, что, да, что, да, ему надеть, ладно? Это совет от... От кого? Кто я? Ты? Батлёр. Ты хер с горы. Я минимум, но эти псы поплывут по шалотке. Спинам пласта, они думали за нас бить куром насмерть. Я переебу их одним пастом, эти батлы спорт. Ну да, я перебегаю марафонами путь. По виду бегу, меня не догонят, не тут. Меня не получили бы полубатл. Каждый батл сити как тату. Вы не побиты не потому, что могу, а потому, что легко. Это отличает нас, но ты меня не покидает. Тут зона комфорта, вы такие классы. Было на работе. Нищета не может держаться, пляс пустил. Ребят, простите, кому не понравилось. Вы это чё? Шикарно. Вы чё? Круто. Да, новички обалденно. Молодцы. Проявили. Во-первых, знаешь, энергетика зала. Вы видели, что творится? Ребят, вы чё? Так классно сделали, мальчишки. Молодцы, у новой команды. Представил, в принципе, нормально. Чё, уже ехали, да? Джанки Кэт, салют! Дайте шума для него! Сейчас покажем, как читать на английском. Это кто? Это кто? Собаки. Он снял одежду, что ли? Да, снял. 6 лет я к этому Тихо. Шел. И вот, наконец, выхожу на замену. Игрок основного состава. Эгей, играющий тренер. Кубок МЦ исполняет мечты. Порой мечты исполняются сами. Но только если к ним твердо идти. Ждать, когда Серега устанет. Судьба всегда дает второй шанс. Нужно уметь читать ее знаки. Уверенно говорит «да», когда предлагают побардить с лохами. Вот этот не выйдет дальше района. Это обиженный фрик. Вот это вот что-то может. Ты вообще как сюда проник? Я вырос, пока яркие чертила. Меня заебывал один умы, теперь их 4. Я не вижу воздуха, это блин так очевидно. Зачем вот этих пидоров посвящают мужчины? Никому не позабывал, это прожаренное мясо. Тебя раз и заебали, рыбирали, прибавят. Все заносим отцу силу, на тебя нету мясо. Заебали, как ты, самое время выбирать. Ну класс! Не меняли до оперения, пираты. Теперь покарать кому-то в небе, я не рада. Для тебя это верна, потом сука не верна. Для меня собирать рамы неудачные, как приказ не дать. Слушай, это не собака, не считай, это другой кто-то. Кто это другой? Нет, он нет, снял. Нет, он другой, это кто-то другой. Ну как другой. Это нет? Что ты мне говоришь? Он же сказал, я вышел на замену, сказал. Я помню, не считая собаки, там другой парень, второй. Я его лицо помню.
И не нищета. Вон собака сзади стоит. Где стоит сзади? Вот, вот он. Вообще батл, конечно, шикарный, да, скажи? Угу. Шуклуча не считается, поэтому 3 на 3 батлили как будто. 3 на 3. Москва, как у вас этот батл еще шикарно, раз? Шикарно, прям все шикарно. А почему ты считаешь, что шипучий это не считается? Шипучий себя шикарно показал, я с тобой не согласна. Да. Перед тем, как я спрошу мнение по каждому, хочу подарить сначала подарки от наших спонсоров. Royal Raven, большое спасибо, ребята. Всем подарки. А, это туда, да? Дайте пацанам это вам каждому. Ага. Все я подарки. Тоже, да. Это ты, для ты их. Это подарок, их подарок, брат. Вот твой. Напитки, наверное. Отдай подарок, говорю. Вот тебе. Поменьше. Так, друзья, я хочу спросить, как вам Ями? Шикуче? Там у них третий, что ли, подключился артист? Важен был всегда. Этот батл не суется, поэтому это был Кубок МЦ. Подписывайтесь на канал, выбирайте победителя в голосовании. Москва, мы возвращаемся! Почему не судится? Ребята, вы сейчас только что посмотрели Кубок МЦ, и мы с новичками. Йоу, пойдем слева направо, дорогой. Реализовал ли ты все свои задумки, которые планировал? В целом, да. Все, как и хотел. Все, как и хотел. Оппоненты тебя порадовали, расстроили. Как вам? Расстроили, хуйня получилась. Ну, честно, без обид. Типа, они еще такие перед батлом. Ребят, готовьтесь, там релоуд, если что, не вырубайте бит, когда мы будем разъебывать. Но они не разъебали. И, типа, расстроили, завысили ожидания и, короче, не оправдали. А твои тиммейты завысили ожидания или как бы вообще что с тиммейтами? Они занижали ожидания, они специально сдали такие всратые заявочки, но все от них особо ничего не ожидали, но они, по-моему, разъебали. Да-да-да. В зале это чувство. Правильно. На видосе, мне кажется, может быть, еще будет лучше. Может быть, хуже. Не знаю, видос буду ждать. Тебе отдельное спасибо за экспрессию и вывозимость всего, что ты планировал. Спасибо, дорогой. Будем рады видеть еще. Друзья, ну-ка, посмотрите, тихо, что же он сделал, этот мистер стиль, неочевидный, воплотивший в себе кучу разных стилей. Да. Как ты считаешь? Да, стильный артист. Удалось сделать все, что планировал, или нет? Я считаю, да. Молодец. Можно я поздравлю своего младшего брата с днем рождения? Марк, поздравляю тебя с днем рождения. Вот, и все, что я задумал, я осуществил чуть-чуть, немножечко не залетел на первый раунд там. Переживал, стоял, но дальше я, как бы, думаю, нагнал форму и дал фору даже. По своим оппонентам что скажешь, оправдали ожидания или нет? Или ждал большего? Ну, я ждал большего, допустим, если 100%, то они сделали 90%, чуть-чуть не дожали. Ага. Спасибо тебе большое, с дебютом тебя поздравляем и дальнейших только развития и успехов. Спасибо, дорогой. Ага, ребята, тихо. Мы переходим к третьему участнику. Hello. Hey, yo, всем. Hello. Hello. Дорогой, ты расскажи, как тебе твои оппоненты? Они превзошли ожидания или наоборот, немножечко ступили? Как ты ожидал и что в итоге получилось? Ну я, в принципе, этого и ожидал. У меня такая анонимная страница, поменьше, мало информации. Сказали о том, что я уебок, скрываюсь. Ну ничего страшного. Главное, что не вскрываюсь.
Справедливо. Ребята, тиммейты твои, тебя порадовали по подготовке или наоборот расстроили? Что скажешь? Ну, порадовали, пацаны красавчики вообще. Понравилась энергия, которая все это время между нами была, мы качали так, ну, все четко вообще. По-своему, да. Да, он классно выступал, этот артист, да, голос, да, у него очень крутой. Слушай, я скажу, крутой. Да, подожди, пока... Очень крутой голос, очень крутой. Исполнение, что скажешь, доволен или нет? Я доволен, хоть и проебался, но я доволен, очень доволен. Панчики зашли какие-то. Спасибо тебе большое с дебютом. Нет, у него классный голос, мне понравилось. Он, знаешь, он исполнял настолько вот, ну, приятно было слушать, то есть не было лишней суеты какой-то. Он так размеренно, классно читал технично рэп. Тоже он очень круто, очень круто. Дай Бог развития. Топовая дис-организация. Спасибо. Ну, ребята, заключительный селекшн, BPM представитель. Вот же, что скажешь, свою подготовочку как оценишь? То, как готовился, и реализация. Есть разница или нет? Бля, я подготовился охуенно, мне казалось, но я во втором раунде, блядь, проебал два важных момента, из-за этого панчи не дожались. Сбивался, короче, уебищно выступил во втором раунде. А пацаны из нищеты, кстати, охуенно сделали. Я думал, хуже будет на батах. Он пиздец зачитал, не знаю. На видео еще будет круче. Что скажешь, если... Он им сделал комплимент так, знаешь, что не надо никаких панчей. Тиммейтов в целом, ребята, в целом, лучше, чем ты думал, сделали, или хуже, на уровне. Как оцениваешь общую подготовку именно вашей команды? Ну, от Шукучи я и ожидал примерно такого выступления пиздатого. Ями тоже охуенно сделал, как я и ожидал. Вот Пролайфа не ожидал такого пиздатого выступления. Он, ну, типа, без обид, если он будет смотреть, типа, он пиздатый чел, но я думаю, он хуже сделает. Охуенно сделал. Спасибо тебе большое, желаем тебе только развития и спасибо за участие. Надеемся увидеть тебя еще больше на радарах Кубка МЦ, как минимум. Спасибо, дорогой. Счастливо. И у всех. Алло. Ты все трезвый еще здесь, да? Вас тихо, представили тихо, как ветеранов. Скажите, оправдались ли ожидания? То, от чего вы ждали вообще? Как ты, чё, вообще, как обещали? Я понял. Короче, ну что могу сказать? Изначально, ну, наши ожидания оправдались, наверное. Мы так и думали, что Боджи и Ями сделают бодрее всего. Вот, и, ну, как бы так и получилось по итогу. Вот, ну, пацаны, вообще, в общем и целом, все молодцы. Ну, хорошо выступили, мне понравилось. Да, личные задумки, личные все задумки получились или есть над чем поработать? По-моему, все получилось. Я чувствую, мы хотели все. Все идеально получилось. Влет Сереги на импровизации, это не отрепетированный этюд или отрепетированный? Отрепетированный полностью, от и до. Он должен был ничего не отрепетированный. Зайти, сбиться, это все так и было. Че, все? Ну что, ребятки, скажу. Шикарный батл, скажи. Вот шикарный. Все исполнители крутые, вот все. Молодежь молодцы, ребят, молодцы молодежь. И не считая собаки, прекрасно. Ребят, я довольна батлом. Прям довольна, ребятки. Я бы им прям что? 1-1. Угу. На уровне да, все сделали. Да, новички нисколько не хуже. Да, да, молодцы. Да, это да. Растет за... не замена, а как сказать, команда растет. Именно вот пополнение в батлы, да? Скажи, их интересно будет слушать, ребятки. Мне, ребят, все понравилось. Я танцевала, я подпевала, я отдыхала, ребят. Я реально отдыхала. Все, у всех ребят голоса шикарные, красиво, биты классные. Вот все, молодцы, прям... Довольно, довольно, да? Довольно, я соскучилась по батлам. Я очень довольна. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.